Иди сюда. Привет. Привет. Здравствуйте. Путин хуйло. Путин хуйло. Это ваше мнение? Международное. Международное. Международное мнение такое существует, что Путин хуйло. Можете это как-то опровергнуть? Да, опровергнуть. Где это сказано было? Как-то где? Прилипло, у него погоняло, это все. Скажите, все. Где это международно сказано? В ООН. В ООН. В ООН. Такое было утверждение законодательное? Конечно. Конечно. Да вы, по-моему... Россия только воздержалась. Россия только воздержалась. Россия воздержалась, остальные единогласно приняли резолюцию, что Путин хуйло. Россия воздержалась. Ну, тоже согласны. Цари разные были в России. Этот Иван Грозный, Петр Великий, этот Николай Кровавый. Но чтобы у царя хуйло было, погоняло первый раз в истории, и оно прижилось. Представляешь, при каком позоре-то вы живете? У вас царь, у него кликуха хуйло. Жуть вообще. Вы перебиваете. Вы задали вопрос. Не даете возможности. Я никакой не задавал вопрос. Я никакой не задавал вопрос. Ну вы же разговаривали со мной. Ну я не задавал вопрос. Изначально вы как это все озвучивали? Где у Путина армия? Где у Путина армия? Вот вопрос сейчас. Вот вопрос. Главный вопрос все понять не может. Где великая российская армия, которую Путин 25 лет поднимал с колен? Сейчас Курскую область хапанули, и вы не можете свою Курскую область освободить, позорники. Ладно, давайте вам всех благ, всего хорошего. Че, правда, да? Она такая. Далее все, сбежал у меня. Сбежал. Ладно, ребят, сколько? 2.5 часа я был с вами. Спасибо за донаты, спасибо, кто поддерживает. Становитесь спонсором канала. Всем благ. На сегодня все. Следующий стрим, наверное, будет со спонсорами. В телеге напишу, когда будет стрим. Под каждым видео в описании есть ссылка на мой телеграм. Подписывайтесь в телеграм тоже. Путин будет уничтожен. Хорошего всем вечера.